Поздравляем вас с победой, ребят. Расскажите свои первые впечатления от матча. Ну, первое впечатление, конечно, радостное, потому что мы выиграли телег. Телеги в том году были чемпионами СФЛ. Приятно выигрывать чемпионов. Правда, не в том формате, но все равно же не заявились в этот формат. Хотели дойти до финала, но чуть не повезло. В игре, может, даже чуть не повезло. Может, мы более правильную тактику выбрали, когда они начали пятого катать. При счете 3-0 они начали забивать нам первый, второй. Мы начали просто выше встречать, и все, у нас все получаться стало. Ну да, очень рады, то, что выиграли. Спасибо всем. Все молодцы, все бились. Так же, как и перед матчем настраивались, все выложились. Вратарь тащил, да, молодцы. И все, кто нас поддерживал, большое спасибо. Также Юлечке нашей хотим сказать большое спасибо. Лизе, которая тоже приехала. Ильдарику, который нас поддерживал. Всех, кто нас поддерживал, большое-большое вам спасибо. Как-то помогло вам то, что вы вчера остались посмотреть матч телег со Штурмом? Ну да, мы увидели. Да, мы, в принципе, знаем уже эту команду. Уже играли и на вузах, и на большом футболе. В плане того, то, что повезло, мы посмотрели, увидели то, что они пятого собираются катать. Настраивались уже сразу, знали, что пятого будут делать. И вот. Ну да, так. Под конец матча вы немножко подсели в обороне. Вы решили просто посмотреть, что телеги могут показать, или подустали, или в чем причина? Ну, как бы разница в 5 мячей. Да, и тем более ребята играют с мячом, а мы без мяча. Без мяча трудно бегать всю игру, вот и устали, подсели. Просто уже следили, да, чтобы не пропустить уже, чтобы довести до победного конца и все. Сегодня у меня на интервью наконец-то связка Керимов-Пиндеев. У Пиндеева снова много голов. Ждем ли мы в полуфинале столько же? Конечно. Смотря как ассистент будет работать. Все голы с помощью него. Андрюша у нас много забивает. Я чему очень рад, потому что его на таких кубках прорывает. Он по 20 мячей ложит. Это круто. Сейчас даже осеннюю часть закончил. Считай, за сколько? За 15 матчей он забил 30 голов. Он показывает класс Горного. То, что Горный умеет забивать в любые моменты. Молодец. Мы его вводим, он забивает. Что скажете по следующему вашему матчу? Будет очень интересный футбол. Всех зовем на этот матч. Просто по максимуму болельщиков. Будут играть две команды, которые умеют играть в мини-футбол. Мы уже играли тоже с этими ребятами на вузах. Мы выиграли в один мяч, да? Да, но там мы там 6-5, да, там проигрывали тоже. 5-0, выиграли 6-5 на последних минутах. Просто случайно, не случайно, но очень хороший матч получится. Это да, я точно могу сказать. Будет очень интересная игра. Два полуфинала очень сильных будут. Спасибо.